Россияне брали займы для решения проблем со здоровьем в 2020 году чаще, чем в 2019. Доля увеличилась до 10%. Годом ранее доля таких суд составляла 5,6%, сказано в исследовании В-банкер. Похожие изменения замечены и в категории займов на образование. Доля таких займов увеличилась с 2% до 3,8%. Подробнее об этом читайте на нашем сайте в разделе Новости.